Всем привет, ребята! Меня зовут Даша, и вы находитесь на моем канале Даша Дрим. Я мамалатка. Всем привет! Ребята, сегодня мы вместе с Дасой будем распаковывать Салик Лол! И да, ребята, мы уже первый слой открыли за камерой. Извините нас, пожалуйста. И там была вот... Вот такая вот подсказка. Флати плюс леденец. Да. Просто у нас стали там не помехи. И то видео случайно удалилось. Поэтому вот мы снимаем. Это уже второй слой мы сейчас будем открывать. Напоминаем, что на нашем канале проводится конкурс. И третье место мы будем разыгрывать завтра. И третье место приз — это Сигна. Да, так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить это видео. И напоминаем, что этот конкурс только для наших подписчиков. Нажимайте на красную кнопочку внизу под видео. Пип, поздравляю, вы стали подписчиком нашего канала. И теперь вы смело можете принимать участие в нашем конкурсе. И еще хотим сказать, что мы немного поменяли фон. Да. И еще в конце видео, для тех, кто не любит шарики лол, мы распаковываем два бумажных сюрпризика. Ну и давайте уже продолжим открывать. Извините, что первый слой мы открыли не на камере. А вот вторым у нас что-то проблема какая-то, поэтому будем открывать второй слой снизу, кажется. И надеемся, что второй слой откроется, ну, почти по молнии. Убираем мусор. Слои, как всегда, неплотные. И тут у нас вот Fit of Bath Hair to Revel a Surprise. То есть нужно напоить нашу куколку или окунуть ее в водичку, и тогда она, вот, способности у нее. Ну, все знают эти способности, я думаю. Ну, я их назову. Менять цвет, плеваться, писить и плакать. Да, и это, кстати, у нас уже с мармеладкой третий лол. Просто мы распаковывали один, когда у нас еще не было канала. Да, один, когда у нас тоже не было канала. И вот сейчас распаковываем, когда вот у нас есть уже канал. Так, третий слой, лол сюрприз. И вот молния. Открылась ужасно. Ну, точнее, даже вообще не открылась, можно сказать. Ладно уж, как есть, так есть. И тут у нас открывается вот такой вот ящичек, пакетик. Я очень удивлюсь, если я не смогу, блин, вообще открыть этот пакетик. Пакетик почти как у оригинала лол, только он наполовину прозрачный. Да, ребята, он немножечко прозрачненький. Как же его открыть? А, вот, все. И тут у нас... Очень красивая, на мой взгляд, бутылочка розового цвета. Ну, не розового, а малиновый такой. Но на камере он что-то очень светлый. Да, вот. Такая вот очень красивая бутылочка. Мармеладка, тебе нравится? Да, я хочу, чтобы это моя была бутылка. Ну, ты, мармеладка, уже не лялечка. Из бутылочки не будешь пить. Хорошо. Так, ладно. Где у нас следующая молния? Вот тут написано «В getting close scar». Это переводится вроде бы «Открой меня скорей». Вроде бы «Открой слой скорее» или «Открой меня скорей». Ладно, короче, вообще не по молнии опять. Да ладно. Главное, чтобы шарик лол был вообще и был. Так, что тут у нас? Тут у нас пакетик, в котором ботиночки. И да, я уже вижу ботиночки. Открываем. И вот они тут скреплены. Так. Нормальненько. Тоже розовые ботиночки, как и бутылочка. Так что они будут... Вот так открепим. Сочетаться с бутылочкой. Ой. Ой, потеряли ботиночек где-то. Сейчас найдем. Ребята, извините. В общем, ребята, мы с мармеладкой нашли второй ботинок. И вот такие вот ботиночки. Да, они на мои носки, к сожалению, не налезут. Да, ребята, мармеладки большие. Так сказать, даже лапки. Так, и давайте откроем последний слой. Пожалуйста, пусть он только откроется по молнии. Потому что я хочу хоть один слой, чтобы открылся по молнии. Умоляю даже. Нет, нет, нет. Ну, блин, почему нет-то? Такой слой с куколками.
Так, и тут у нас отсек сверху. Что же там будет? Я увижу там пакетик. Да, я уже вижу там пакетик. И там... Пожалуйста, пусть это будет фиолетовое платье, потому что оно так будет сочетаться с бутылочкой. Потому что синее платье у нас уже было. И мы с Мармеладкой не хотим синее опять платье. Это синее платье, ребята. Ну, нет. Ну, правда, это платье немножечко другое. Потому что там оно немного другое было у нас. В другом шарике Лол. Вот эти два шарика... Ой, то есть вот этот один шарик был вместе с другим шариком в одной коробочке. Их было два. Да, и там у нас... Блин, камера ходит ходуном. Там у нас попалось синее платьишко. Да что ж такое? Ну и вот это синее платьишко было немножечко другое. А вот сейчас оно вот нормально. Другое тоже уже. Такое вот. Я уже даже знаю, какое это куколки платьишко. Вот. Закроем обратно. Этот... Ребята, вот извините, что у нас всегда камера падает, потому что мы всегда в таких вот местах снимаем мягких, где камера может пасть. И подставка у нас не очень хорошая. Ладно, короче, не будем закрывать. Время только потеряем. Так, и давайте откроем сам шар. Блин, я сделаю это за камерой, потому что иначе... Ужас, 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 ужас. Так, попалась ручка от шарика и начало вонять. Вонять пластмассой. Да. Так, что еще нам тут попалось? Вкладыш. Вкладыш. Инструкция. Инструкция. Ободочек. Точно такой же, как у другой куклы. Ничем не отличается. И я сейчас очень засмеюсь, если у нас кукла будет точно такая же. Только в другом платьишке. А, и тут уже без точечек. Блин, ребята, нам с Мармеладкой попалась точно такая же кукла, которую мы распаковали за кадром. Ну, в принципе, это было не очень так и загадано, так как я часто очень знаю, я хорошо знаю, что если покупать, допустим, вот два шарика Лол в одной коробочке, то это вам обойдется одинаковыми куклами. И сейчас мы с Мармеладкой оденем эту куколку и вам покажем. Итак, ребята, вот как выглядит эта куколка. В принципе, даже стильно. Особенно вот сочетается ободочек с платьишком, а ботиночки сочетаются с бутылочкой. И эта куколка, мне кажется, лучше, чем то, что нам прошлое попалось. Мы вам потом еще как-нибудь в следующем видео прошлую нашу куколку покажем. И кнопка падает. Ну, вообще вообще классно. Но я заметила, что она немного толстая какая-то. И сзади у нее не закрывается. Так что, разработчики, вам совет. Не делайте слишком толстых кукол. Да. И нам еще с Мармеладкой не понравилось то, что нам две одинаковые куклы попались. Это что вообще такое? Ну, ладно. В принципе-то, какая разница... Ну, сейчас мы попробуем найти ее на вкладыше, и мне кажется, что это подразумевалось вот такая вот куколка, вот в таком наряде. Вот. Проверять, что она делает, мы сейчас не будем. Просто вот эта куколка. Вот такая вот кукла. Ну, она нам не очень понравилась. Единственное, что понравилось, это прорисовка. Очень ровная прорисовка, мы считаем, очень красивая. Достаточно куколка. Ну, достаточно красивая кукла. Да. Так что вот. Такая красивая куколка. Ну, достаточно красивая. Ну, а сейчас мы распакуем быстренько два бумажных сюрприза. Да, ребята! Итак, ребята, вот такие два сюрприза мы сегодня будем распаковывать. Это два пакетика мороженого. И мы сейчас эти два сюрпризика быстренько распакуем. И потом отметим их на вкладыш. Вот у меня тут поблизости, слава богу, ножницы. Так что давайте начнем с которого поменьше пакетик. Вот такой вот очень красивый пакетик. Сейчас просвечиваем. Я надеюсь, что... Ну, потому что там вплотную лежит мороженка. Наша. О,
Вот. Это у нас мороженка оранжевого цвета. Апельсинового, наверное. Такой вот оранжевый цвет. Очень красивая мороженка. Ребята! Кто любит мороженое? Мармеладка, ты что всех пугаешь? Дальше вот такой вот красивый пакетик. И, кстати, да, ребята, правда, напишите в комментариях, кто любит мороженое. Вот мы с Мармеладкой его просто обожаем, но вы знаете историю, как Мармеладка его переела. Да. Вот такой вот пакетик мороженого. Тут красный, чередуется красный, оранжевый, желтый. Красный, оранжевый, желтый, красный, оранжевый, желтый. Так, просвечиваем. Отлично. Кстати, какой-то там вроде бы девочке показалось, что я сказала не отлично, а эпично. Вот привет тебе, я забыла, кто это написал. Вроде бы пик-пик Соня Ли, вроде бы. Вроде бы ты. Ребята, нам попалась супер редкая мороженка. Посмотрите, как это классно. Ура, ребята, я плыву от ладости. Да, ребята, мы так, помните, мы так ждали, чтобы нам попалась эта мороженка, и она нам наконец-то попалась. Сейчас мы будем отмечать вот с радостью прям их на вкладыши. Эти две мороженки. Итак, ребята, вот наш вкладыш. На этот раз мы будем отмечать, к сожалению, фломастером, потому что ручку мы рядом с нашей камерой не отыскали. Так что давайте. Итак, в смысле? Нам попалась оранжевая мороженка, которая у нас уже есть. Ребята, нам попалась повторка. Какая печаль, что камера падает, и что нам повторка попалась. Да, какая уж печаль. Но вот этой вот у нас фигурочки еще не было, так что давайте ее отметим. Вот. Такой вот у нас не было. Мы очень рады, что она у нас появилась. И да, ребята, на этом было все. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк. А если вам понравился наш канал, то подписывайтесь. Мармеладка, ты уже два раза подряд всех пугаешь. Я не пугала, я просто вам говорила. Ладно, у тебя, видимо, настроение сегодня такое. Да, ребят, не забывайте подписываться на наш канал. Принимайте участие в конкурсе. Да. И до встречи в новом видео. Всем пока! Пока, ребята. Я вас люблю! Мармеладка, хватит пугать. Всем пока!